Боец просто в бешенстве из-за поражения, даже этот паренек убегает от него. И психу ничего не осталось, как ударить в стену. Зовут этого качка Марк Коулман, и он перед боем с Федором доказывал всем, что Федя мешок. С первой секунды бросается в ноги и получает нокдаун, после спасается, повиснув на Феде. Ну что, Марк, кто здесь мешок? Уступая практически во всем, он пытается понять, куда же надо бить, где же у него слабое место, но пока он ищет, Федор просто уничтожает его, нанося серьезный урон. Марк, думай быстрее, а то твое здоровье уже на исходе. Побои от мешка продолжаются до конца раунда. Много говорящего, единственное попадание за весь раунд. В перерыве врачи дают продолжить, скорее всего из-за воли самого Марка, но кончина была неизбежна. Федя ловит на болевой, и до свидания. После начались психи и махание кулаками после драки.